Что-то я не думал, что мы такие лохи. Привет, Артём. Как жизнь? Жизнь на высоте. Жизнь, боль? Нет, на высоте. На высоте? Жизнь на высоте. Какой высоте? Профессионально. Да, ладно, короче. В чем сегодня делаем? Ты что, опять блог завёл? Ну, надо видосы делать. Чувак, ты блог завёл, блог покинул. Завёл, блог забил. Забил. Что делаем-то? Ты говори, что делаем, ты же для... Ты не знаешь, что ли, я же тебе сказал. Взять агрофики, взять. Короче, делаем. Сначала... Да? Сначала взятие и толчки в стойку. Ну, не толчки в стойку, в смысле, взятие в стойку и толчок. По 5 повторений, 3 минуты. Потом накидываем вес, убавляем повторения. Дойдем до синглов по одному повторению. Отдохнем и сделаем то же самое с РФКом. Все, все задание. Жарковато, да? Жарко не будет. Не, вообще легко. Что там? Детский вес. Сейчас мочим еще. Что, как ощущения, Артём? Нормально, легко, штанга легко, тяжело. Ходить тяжело, да, между подходами? Кардио тяжело, штанга легко. Отдыхать тяжело между подходами, а поднимать вообще халява. Да. Вообще, особенно в голубых штангетках. В штангетках Рибок. Нормально, короче. Рибок. Можно на соточку было пойти. На соточку. 80 на соточку сделать. 10 раундов, 10 калорий байк. 15 отжиманий от пола. Немножко это. Поделаем. Покрутим, но ногами поработаем. We'll be right back.
красавчик. Вот так вот. Первые 5 сделали по 15 сжиманий, потом по 10 стали делать. Надо было сразу по 10. Что-то я не думал, что мы такие лохи. Лохи, да. Не знаю даже, что тяжелее, байк или, блин. Я не знаю, так если мог. На байке хоть скорость можно. Короче, жесть. Короче, сейчас пить буду. А? Сейчас пить буду и литрами. Ноги-то как раздулись. Вообще ноги надулись на байке. Кому-то приседал. Вот группочка занимается. Ну, короче, норм, что? Толкали, порвали, покрутили педали. Я думаю, будет полезно для БЛК на байках покрутить ноги. Ноги нужны будут. Это 100%. Ну все, чё. Всем до свидос. Я сдох.